Що ж, а ми раді вітати в нашій студії президента клубу Айкідо Татікадзе Євгенія Сандула та віце-президента клубу Айкідо Татікадзе Сергія Панчука. Вітаємо вас! Ми запросили вас не просто так. Ми знаємо, що сьогодні відзначається День японської культури та що Айкідо насамперед бойове мистецтво, яке прийшло до нас з Японії. Хотілося б від вас почути, коли, як воно зародилося. Трохи по історії, щоб люди зрозуміли. Ну, давайте почнемо спочатку. Айкідо состоит из трьох іероглифів, які означають «ай». Це об'єднання, содействие, сотрудничество. У нього є несколько підтекстів, які ми об'єднюємо «ки». Це енергія, дух, сила. До – це путь или направлення. Путь, об'єднюючий енергії, що в переводі «айкідо». Создателем айкидо является Усиба Морихей, японский мастер, который с юности начал заниматься, с детства занимался боевыми искусствами кендо, кендзюцу у своего отца и потом у своего дяди. После этого он продолжил свои навыки у других мастеров боевых искусств, джиу-джитсу и так далее. Впоследствии у него очень длинный путь его жизненного этапа, который он проходил, и впоследствии почему он потом в дальнейшем назвал айкидо. Основная цель айкидо это была обезопасить свое тело минимальными травмами в занятии боевых искусств и сохранить жизнь сопернику, что отличается совершенно впоследствии анализа других мастеров. Будзюцу есть такое, ну, японское направление, это там, где чаще всего схватки с партнерами заканчивались смертью. Вот, одного из нападающих и участников. Айкидо совершенно другого. То есть айкидо более лояльная такая? Более мотивация. Лояльное, более жизненное пространство, которое дает возможность заниматься обоим партнерам на условиях партнерских и так далее отношениях. Чаще всего вот, давайте об истории немножко. Вот в айкидо, извините. Ничего. То есть приемы, ну мы продемонстрируем сегодня некоторые приемы, если нам телестудия позволит. Да, хотелось бы сказать для наших телеглядачей, что сегодня будет невеличкий майстер-класс. Да, мы покажем некоторые техники, объясним, чем отличается вот будзюцу и айкибудо в своих, в точке зрения на ситуацию. Хотелось бы еще узнать особенности кимоно. Вот я вижу, вы так интересно одеты. Вот, похоже немножечко на юбку. Вот, почему именно так? Вот, что, у вас Сергей такая, у вас Евгений. Да, да. Ну, я одел доги, это просто куртка до, верхняя часть, и ги, это, которая одевает, прикрывает ноги. У Сергея на данный момент одена до, ги, тут уже у него, и юбка хаками. Хаками это наподобие наших казаков, у них были шаровары, так как самураи были всадниками, ну, рыцарями средневековые, только на японский мотив. То есть им хакама, когда на лошадях скакали, чтобы ветки не царапали ноги и так далее, ну, чаще всего. Также оно в поединках применялось, чтобы скрывать передвижение ног, перестановку позиции, когда-то они на земле воевали с оружием, потому что очень нужно было вовремя выбрать позицию для атаки. То есть не только красота. Да. Также на хакама есть определенные складки, которые отвечают за 7 добродетелей воинов, здесь их определенное количество, есть более традиционные хаками, которые там, для праздников одеваются, там их больше складок, но здесь их в основном 7, они отвечают там, за смелость, за дух, за добролюбие, ну, 7 основных добродетелей самурая, которым он должен следовать, когда он изучает боевое искусство. Ну, в данный момент вот хаками мы... Я вот знаю, что еще есть праздничные кимоно. Да. Вот. Чем они отличаются? Их, ну, не одевают на повседневной жизни. Ну, сейчас, да, раньше это было тоже очень... Это, во-первых, дорогие ткани, которые очень дорогие. Они цветные, они с переливами. Сегодня наши девочки, там, чайная церемония, вам продемонстрируют эти красивые кимоно различные. Вот. Кстати, только в субботу был на чайной церемонии. Да, церемонии. Да, да, вот там были тоже... Ткани они специфические, если японские, ну, даже сама ткань имеет качество, чуть-чуть, ну, другое отличие от того, как... То есть первичное айкидо, оно было как нацелено на самооборону, правильно? В общем, в айкидо изучение двигалось так. Основное направление – это работа с оружием, это культура передвижения ногами и работа рук. Впоследствии вот, были кланы, то есть группы
воинов касты, которые практиковали именно работу с оружием, так как они чаще всего в их поединке были с оружием. Это была катана, нагината, это длинная алебарда, копье дзюцу, там, тюдзю, стрельба с лука на лошадях и так далее. Но на внутренней работе, то есть бывало такое, что самурая в схватках ломалось оружие, ну, были такие случаи неодинокие, или отбирали, самурай с голыми руками должен был себя обезопасить, отобрать оружие у противника и дальше продолжать бой. Это направление дзюдзюцу. Усиба Марихей впоследствии своих этапов обучения встретил великого мастера Сукаку Такеда, одного из последних потомков клана Такеда, который обучил его айкидзюцу, впоследствии чего трансформации многих пройденных этапов, чего изучал Усиба Марихей, он впоследствии создал айкидо. Сам вот этот вот сам вид более-менее безопасный. То есть, я хочу сказать, такой сложный путь становления. Да, очень сложный. Человек прошел войну, внутренние там потерю своей семьи, отца. То есть на его пути была вера. Ну, то есть он обучался, там у него есть отдельное там вероисповедание у Моторю, которое сам Усиба Марихей занимался. Вот, в поисках самого себя. Неоднократно у него были глаза стали перед смертью, то есть он выходил на схватки, которые он мог не выжить и так далее. Его на войне называли, когда воевал святым воином, то есть он выходил против оружия, и как он впоследствии описывал, что он видел направление выстрела и уходил, смещался с линии атаки. То есть он выходил, бывало, на схватки с соперниками без оружия, то есть он шел в бой. То сейчас у нас в армии есть капелланы, которые идут без оружия на врага. Вот он приблизительно выходил так, то есть с верой вперед шел на врагов, поединки и так далее. Евгений, а вот, например, в бразильском джиу-джитсу, которое тоже от Японии пошло, у нас есть Паша Столяр такой, да. Может быть, слышали? Да, да. Единственный представитель, у которого на данный момент есть черный пояс, и он как бы может представлять нашу Украину, но он живет в Австралии, тренируется как бы на мировом уровне. Мне интересно, у вас есть какие-то яркие представители в Украине по айкидо, которые могут выступать на чемпионатах на мировом уровне или хотя бы в Европе? Да, есть, да, айкидо достаточно развито. По поводу Паши Столяра, да, он первый черный пояс, который... Ну, скоро будет, да. Еще, конечно. У нее есть уже Пузанов, там, тот, который... Есть уже последователи. Да, ну, не последовательно, разные, например, люди тоже двигались, он, человек с мира айкидо, Пузанов, вот, он тоже двигался и пришел к бразильскому джиу-джитсу, и тоже вот недавно буквально получил черный пояс. Ну, Павел Столяр давно, у него есть черный пояс, и он проводит большие мастер-классы, мы тоже участвуем с ребятами. К джиу-джитсу приходим. Ну, черный пояс – это высший пояс. Да. А у вас какие высшие критерии есть, тоже пояса? У нас тоже ранги даны, детские, ученические степени, так Ю, которые мы впоследствии двигаясь к черному поясу. И черный пояс – это дан. Потом данные классификации. Первый, второй, третий, четвертый. В Украине есть достаточное количество хороших мастеров, которые, ну, всех имена, чтобы никого не обидеть, я просто перечислять не буду. Ну, очень я понял, кого-то хорошие не назовете? Мастер. Да, никого-то не назову, они обидят. Они посмотрят, нас забыли. Вот меня интересует, как девушку, я уже узнала немножко о истории, кто может начать заниматься? Вот если я захочу заниматься, я могу просто прийти и начать заниматься без какой-либо подготовки? Да. У нас есть открытые занятия. Вот мы... С какого возраста можно? То есть, ну, такие... вообще мы лично берем из опыта нашей работы, мы берем детей от 4 лет. Вот. Мы даем развивающие игры. Но Таня не ребенок от 4 лет. Боже, а как же с детками? Как же с ними вот это все? Ну, с ними немножко другая. Мы двигаемся так, как у японцев положено, вот как нам доходит информация, как их развивается, их методики японской подготовки. То есть мы детям практически позволяем все, мы придумываем для них различные подвижные игры, ну, по нашим, конечно, правилам, чтобы выработать в них послушание определенное, вот по нашим правилам. Ну, они выполняют все в игре, обыгрываем различные приемы, различные техники, ну, получается заниматься, ну, слушать, бегать. А тут избежать... еще техника безопасности. Да, вот как избежать травматизма? Лишнего, так бы сказать. Лишнего. Того, значит, мы, во-первых, даем поэтапно, последовательно те техники, те приемы. Ну, изначально мы делаем страховки, падения, кувырки. Это самые первые акробатические элементы, которые дети должны изучить. Им мы уделяем определенное время в определенном возрасте, когда они должны этот этап прийти. То есть спокойно падать, они должны влево-вправо кукраться, чтобы они могли дальше двигаться. То есть что... даже падение имеет определенную у вас траекторию для того, чтобы не травмировать. Да, вхождение с вертикального положения в горизонтальную поверхность, это требует, конечно, специфических
навыков. Ну, вот. А как детки справляются с кимоно, одевают его? Помогаем, конечно. Помогаете, да? Где родители, где мы. И родители учатся и так далее, с нами вместе помогать. А бывает, да, вот такое, что родители, допустим, участвуют в каких-то у вас... Вот смотрите, вот Сергей Викторович сидит, он сейчас имеет первый дан айкидо. Вот история его была такова, что его ребенок, он привел ребенка, завели в спортзал, начали заниматься. Для родителей мы делаем открытые занятия, вот у нас по субботам там, на Потемкинской есть каждую субботу открытое занятие для родителей. Я вышел там в коридор, так, родители, вот у нас сегодня открытое занятие, кто хочет? Взял человека, ну, много родителей пришло, остался один, как говорится, и впоследствии занятие его заинтересовало, он продолжил занятие вместе наравне со своим ребенком, и в течение 5 лет мы вот заработали уже как бы черный пояс. Сергей может думать добавить что-то. То есть такой прогресс, вот. Просто пришли посмотреть. Ну, было бы желание, знаете, притащить можно любого, заставлять. Ну, обычно отговорки у меня времени нет, у меня работа, еще что-то. Дети, борщ, я что-то забыл, я себе не могу. Ну, я занят, в конце концов, да? Да. Быт, работа, устал, не знаю, мне понравилось, затянуло. 5 лет для черного пояса, это быстро? Или... Это очень быстро, но мы занимались каждый день. Угу. Вот, Сергей, есть своя настойчивость, то есть определенная. Я так еще, как понимаю, в компании с ребенком. Да, да, ребенок уже. Это, мне кажется, гораздо интереснее и продуктивнее. Ну, для ребенка вообще тогда не возникает вопроса, правильно ли он занимается теми или вещами или нет. То есть, если занимается его папа, и папа двигается уже в уровне выше и получает пояса, и есть ребенок видит. Да, то есть ребенок не будет впоследствии задавать правильно, ну, чем он занимается, так как мы наши примером, дети повторяют то, что делаем мы. Вот, в основном это же наша копия, которая делает то, что делаем мы. Вот, если у отца правильное направление, он приходит на тренировки, он может с сыном разговаривать на темы, даже темы для разговора могут быть одни, то есть, что впоследствии не является закрытием, каким-то сжатием там, в переходном возрасте. Уже для ребенка будет понятно, что он с отцом может о чем-то обсудить, и отец может подсказать. И ребенок уже, у нас случаи есть, когда дети уже доходят, могут папе рассказать. Как вот это я, кстати, уважаю, вот когда родители приходят, они не просто приводят, заставляют, иди. Тренируйся, они приходят и сами тоже. На своем примере, конечно. Смысл тыкать ребенка? Со мной на все спортивные сборы, походы, там различного рода мероприятия, связанные вот именно с нашими тренировками, посещает все. То есть там нету такого, что ну я сегодня там плохо себя чувствую, может я не пойду. Раз, друг друга поддерживаете. Снегопад, неважно, все, не. Тренировка всегда. Снегопад, кстати, в этом был, в этом году. Я помню. Мы все клубом работали, откапывали машины, толкали, когда шли на тренировку, было даже в снегопад. То есть физу было до тренировки? Да, мы приходили уже размятые на тренировку, там пару машин откопали, толкнули. Я 5, я 6, был молодец, хорошо. То есть мы помогали, по ходу до зала шли, выталкивали машины из физрука. Сейчас, на данный момент, Сергей покажет кату с оружием. О чем мы говорили, что оружие оттачивает культуру движения и механику работы рук. Сергей продемонстрирует, вы посмотрите, а мы потом объясним с оружием в парах. Скажем. В данный момент это ката с оружием. Показывают само передвижение. Так как поединки проходили с мечами, часто самураи занимали различные положения, атакующие, защищающие и так далее. В данном моменте я расслабляю, мы опишем, почему айкидо именно не искусство, именно искусство гармонии и гармонии жизни. Мы партнера не травмируем, а оставляем ему возможность выживания. Когда он нас атакует, мы останавливаем его движение здесь. Он нас не может атаковать, я его контролирую данным действием. Если он будет опускать свою руку, в данный момент меч деревянный, вот, то его руки, ну, сейчас не будет никакого угрозы. Единственное, что здесь. Но если он будет опускать руку, и это будет настоящий меч, он порежет свои руки. В данный момент я его остановил, он свои действия, помыслы свои тоже остановил. Но когда я убираю, даю возможность, он меня атакует, я его останавливаю. После этого я его контролирую снова, не даю ему действия атаковать меня. Вот. Только я его чуть-чуть отпускаю, он меня снова атакует. Здесь
данным действием, я его контролирую. И когда он пытается в следующий раз атаковать, я его останавливаю в руку. Мы еще раз это быстро продемонстрируем, чтобы вам было понятно, что мы, как это выполняется. Это парное упражнение, которое связано с работой оружия и культурой движения. Сейчас мы покажем само упражнение уже до конца, как оно выполняется в самом айкидо с механики рук. Партнер атакует здесь, сюда и таким образом. Вот. Все ж, хотілося подякувати нашим хлопцям. Це було насправді феєрично. Та я думаю, що знадобиться нашим телеглядачам. Дякую вам, хлопці, за такий чудовий майстер-клас.